Всем привет! Сегодня у нас пятница. Костя уехал на работу. Фросечка возле меня проводит очень много времени. Ей очень нравится. А Даша что-то застряла у себя в комнате. И я ее видела только утром, когда она пила чай. И часа в 10, когда она ходила в душ. Ну а сейчас уже на минуточку час дня. Спустилась моя дочь. Привет. Привет. Ты где пропала? Чуть тебя не видно. Я в комнате убирала. Пошли, посмотришь. Понятно. Фрося. Перестань жевать мои волосы. Фрося. Мурлыкает без остановки. Играться любит. Ты любишь играться? Скажи всем привет. Всем привет. Я говорила о Фросе, конечно. Привет, моя солнышко. Як бинусечку. Я думала, ты к маме, она як бинусечку. В общем, мне вообще по-хорошему надо было сегодня съездить на почту, получить посылку. Мне там посылка пришла, я кое-что заказывала. Вот, ну не знаю, поеду сегодня или может завтра уже поеду с Костей, потому что, не знаю, я там... Две посылки у меня, в принципе, должно быть. Но пришла одна, я не знаю, одна с них может быть настолько огромная, что я ее просто до машины одна не донесу. Вот так вот. Поэтому, не знаю, наверное, завтра, когда уже Костя будет выходной, завтра суббота у нас будет. И, наверное, поедем, заберем посылку и покажу, что я заказала себе. Да. Что там ему делаешь? Это убрать, это кисляк. А, это мурлыкает, ну красавица такая. Я ее полюбила очень. Смотри, колобина. Британка и британ. Да, и британец. Британка и британец. Ох, душу. Мам, пошли посмотри, как у меня в комнате. Конечно, сейчас посмотрю, как у тебя в комнате. Что там я там делать? Так убрала, там так мне нравится теперь. Опять перестановка какая-то? Такое себе. В общем, я еще буду делать уголочек для лайка и для вот. Уголочек для лайка? Как, какой там ник у тебя в лайке? Быстренько. Дашка. Милашка. Да? Нет. Просто Дашка? Да. Просто Дашка. Но я покажу потом. Хорошо. В общем, в понедельник сказали идти нам в школу. Я не знаю. С нашими соплями, да не дашь, в школу надо идти, и потому что ты отстаешь от программы, это однозначно. Но я не знаю, что делать. Если сопли, пускать ребенка с соплями в школу, чтобы все остальные болели тоже как-то не очень. В общем, не знаю я. Посмотрим. Еще у нас есть денек. Посмотрим, как будем себя чувствовать. Ну, у нас еще два денька есть. Ну, еще сегодня и завтра. Полтора денька, потому что уже полдня у нас прошло. Боже мой, все коты у нас, смотрите. Венечка. Ладно, погнали к тебе в комнату. Покажешь, что там тебе творится. Ой, ой, смотри, как мило. Ой, мурлыкает, улегся на мне. Иди ко мне. Я сегодня его ругала. Он знает, почему Надя ругала, да? Иди, я тебя не буду ругать. Кис-кис-кис, конечно. Кис-кис. Не, пришел и упал. Вот действительно, у него такие поводки тоже, как у батона, у Катиного. Вам мам, тоже такой интересный. Ага, лапу он дал. Прям сходка котом. Бинове, по-моему, это не нравится, да, Биноха? Да, Бине выходила. У меня этот умостился. Я уже вся в шерсти, Беня. Иди. Иди давай от меня. Бинусик, сынулик. Фрося достаточно очень быстро набирает обороты, потому по росту я имею в виду, очень быстро растет кошка. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Такая становится красавица. Беня, ну слазь давай с меня, я иду. Мам, пошли. Слазь, иду. Давай, веди меня, дочь моя. Показывай, что ты там натворила.
Вот Даша сейчас стоит, улыбается, конечно. В общем, мы вчера с ней поспорили. Да. Даша не грызет ногти. И накрашивает, которые я хотела грызть. Да, и красит, которые хотела грызть. Фломастером. Да. А мама? А я? А я буду худеть. Вот такой у нас с ней уговор. И кто спор. Первый? Да. Ну не, наверное, у тебя ногти первые отрастут. Хотя ногти там отрастают за месяц, да? И за месяц будет виден мой результат. Я при ней стала на весы. В общем, посмотрим. Изначально я начинаю с того, что я очень начинаю пить много воды. Хоть мне не хочется, если честно. Просто не хочется. Даже Фрося пришла. Ну, и Фрося уже на второй этаж прибежала. Но пью побольше воды. Конечно, по совету Лены. Уже она на себе это испытала. Ну, я надеюсь, что у меня все получится. Ну и как это будет происходить, будете видеть сами. Ну давай уже запускай меня. Стоишь, улыбаешься. Добро пожаловать. Слушай, как ты сюда рюкзак умостила? Прицепила. Смотри, как у меня красиво. Посмотри, оглянись. Вот он. Красиво. А стул себе добавила, да? Нет, да. Тумбочку развернула. Мам, это... Ты чудо! Я тумбочку не разорвала, она так и была. Я просто... Да не была она так, ты ее развернула. И открыла себе розетку, да? Ну, розетка... А что это за коробка стоит? Это для Бина. А, ну конечно. Ты спишь на кровати, а он спит на этом, да? Да так, да, бывает. Не, прикольно. Че? Ну, как тебе? А, сюда иди, зачем? А тут рюкзачок. Это можно и на руку, и так. Угу. Это Фрося у тебя там где-то лазит, да? Да. Что там шарудит? Надо под одеяльник одеть. Где дело? Съела? Да. Угу. Ну, прикольно, чё. Мне нравится. Мне тоже. Это так классно. Не холодно тебе сегодня было спать, кстати? Нет? Только утром немножко прохладно. А обогреватель ты с вечера включала? Да. И прикинь. Потом выключила? Ну, да, вроде. Тоже. А, не, вроде не включала. Не загорел уже. А ты не включала с вечера? Я же тебя говорила включить. Не включала. А. Ну не, ну у тебя тепло. Слушай, я окно на проветривание смотрю. Ну, чего? Я тут подумала. Ну. Блин, забыла. Ты забыла, что подумала? Сначала то, что я буду брать одну книгу и читать, все прочитаю, отвожу, там стопка я прочитала, стопка там я не прочитала. И так буду о каждой книге читать до конца. А еще что я там хотела? А, прикинь, у меня есть одно приложение KZTime, которое хорошо там выключает сказку, оно сегодня не сработало, ой, вчера. И сказка играла всю ночь. Капец. А еще спрашивали многие, сколько Даше лет. Даше 11 лет, она ходит в 6 класс. Да. Да. А, кстати, насчет этого лайка. Давай, показывай. Вот скоро я буду снимать видео, что в моем телефоне. Вот. Угу. Подожди, не видно. Не видно, сейчас. Так, просто Дашка, и у тебя, ну, в общем, у тебя 37 077 подписчиков, 55 уровень. Да, вот вот. Скоро буду праздновать. Спасибо вам большое за такое количество. Дашка. У тебя там фотка, по-моему, с Алисой стояла, да? Ну да. Я что-то помню, как последний раз видела твой лайк. С Алисой, да, да, раньше стояла. А сейчас? А сейчас поставила какую-то девочку с синими волосами. Это моя ос из Гачалайф. О боже, как это звучит, моя ос из Гачалайф. Это, эту картину у меня даже вот на заставке она. Это мне один мальчик ее нарисовал. Друг. Я сразу уточнила. Друг. Ой, понятно.
Ну что будем делать с тобой? Посплетничаем, посидим, да? Поговорим. Не хочешь со мной разговаривать? Я кошку Лану смотрю, все, до свидания. Кошку Лану? А я думала, ты биологии делаешь. Слушай, ты кошка Лана. Я тебе сейчас в Вайбере скину с ДЗ. А у меня есть биология. Так там еще одно ДЗ пришло. Ладно, скидывай. Не ладно, скидывай, а давай. Беня, чего там смотришь в окно, загрустил? А? Чего смотришь? Чего тут высматриваешь? Даша, это не биология. Что это му? Давай. ДЗ с биологией. Давай, садись за ДЗ, я сейчас тебе скину в Вайбере. Да сейчас, у меня есть где-то. То еще одна там прислала учительница. Так что давай, детка, давай, трудись. Слушай, я не знаю, вот этот рюкзак, наверное, вот так стоит, это, ну, то есть висит, плохая идея. Знаешь почему? Чтобы не... Хотя он легенький, пустой. Можно я его вниз поставлю? Чтобы не портить обои. Я знаю, что ты только этими ставишь. Их не видно. Ну, ладно. Это чтобы удобнее было. А то как-то ставить не очень. Ладно, ладно. Добренько, давай, занимайся. Так.